На планете Юпитер жил один инопланетянин. И потом он любил со всеми всегда драться. Он так что свалился с планеты и упал на Землю. И стал драться со всеми на Земле. И стал драться со всеми на Земле! Он дрался и решил идти спать. Устал и лег спать. И холодный ветер выдул всю драку из него из головы. И он превратился сначала в хорошего человека. А потом в Деда Мороза.